Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем наши уроки на саратовской гармонике. В руках у меня обычная гармошка, самая популярная, которую можно приобрести за небольшие деньги. Ля бемоль мажор. Итак, я хочу для вас сегодня сыграть такую плясовую чижик-пыжик-чижачок. Вот если медленно, то очень простая мелодия, буквально на трех кнопочках. Я думаю, каждый из вас сумеет подобрать ее самостоятельно, не будем называть ни нот, ни длительности. На каждый звук идет или бас, или аккорд. Попробуйте сыграть. Ну и вторая часть немножко поинтересней, двойными нотами. Попробуйте сыграть. А теперь вместе первая и вторая часть. Спасибо за внимание. До новых встреч!